Запись 13.73. Паразит Химера снова дал о себе знать. Но в этот раз организация Rainbow создала спецподразделение для борьбы с угрозой. Рект. Я горжусь командой, которую собрали Элиза и Джордан. Исследование опасных зон имеет огромное значение. Сотни ученых помогают мне и нашим оперативникам изучить вирус и адаптировать наши технологии, чтобы все мы сумели выжить. Это биопленка, слизь, необходима паразиту для распространения. Мы также нашли в ее составе следы человеческой ДНК. Мы наблюдаем как минимум 12 новых типов археев и различные мутации, которым мы начали давать названия. Опекун способен замаскировать себя и ближайших археев. А вожак использует слизь, чтобы призвать своих приспешников. Меня очень беспокоят их мутации. Нам нужно адаптироваться и поскорее. Последние сводки вызывают у меня тревогу. Химера что-то замышляет. Что-то грядет. Нужно предупредить Элизу. Я думала, мы на шаг впереди. Я была не права.